Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Lexus RX 350 2012 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе, фильтра, салонные, масляные и воздушные. Для этого сейчас поднимаем автомобиль, снимаем защиту и сливаем масло. Можно было сделать экспресс-заменой, но сливом масла оно сливается больше. Приступаем. Ну, вот сняли защиту. Здесь сразу удобно масляный фильтр, колпак. Сразу вот он стоит. Сливная пробка здесь на 14. Откручиваем ее и сливаем масло. Закручиваем пробочку. Мы еще ездили. Ну, откручиваем колпак масляного фильтра, ставим в тазик, потому что масло сейчас побежит с фильтра. Новый фильтр будем использовать фирмы Partsmal. Получается, номер по Partsmal идет PBF-028. Оригинальный, если по Toyota, он идет 04-152-31-090. Такой сменный элемент идет. И комплект резиночек идет. Сейчас берем колпак и меняем резиновое уплотнение. Удивительно, а второго кольца там не было. Да? Они, видать, его и не поставили. Так, ну что? Туда мы кольцо второе ставили резинового, его не было, не установили. Здесь мы колечко заменили, фильтрующий элемент мы вставили. Берем и закручиваем. Подтягиваем ее немножко и обмываем вот это, где у нас маслянистые пятна. Смываю это все очистителем карбюратора. Теперь опускаем автомобиль и заливаем масло. Опустили автомобиль, поставили защиту. Масло использовать будем тойотовское, оригинальное 540. Оригинальный номер 08-880-80-375. Откручиваем пробочку. Так,
Так, здесь воронка, неудобно, там звезды берем. И заливаем масло. Так, залили масло, проверяем уровень уже на чистую. Максимум. Так, снимаем вот этот защитный кожух. Вот эти клипсы у нас нажимаются, 4 штуки. Поддеваем их. И снимаем пыльник. Вот он, корпус воздушного фильтра. Крышка здесь сдвижная. Защелки две. Открыли, крышку сдвигаем. И в кассете стоит фильтр. Снимаем его из кассеты. Смотрим. Внутри у нас чисто. Можно не продувать. Возьмем маленько, протрем по бокам. Ни листвы, ни грязи нету. Также и здесь. Берем новый фильтр. Воздушный фильтр фирмы Ашика 2002-2006. Вставляем его в кассету. И устанавливаем на место. Задвигаем немножко вперед пазы. И защелкиваем клипсы. Все, воздушный фильтр установленный. Ставим на место кожух. И устанавливаем 4 клипсы на место. Клипсы здесь мы солдатик возвращаем назад. Таким образом, чтобы он был сверху. Вставляем клипсу на место и нажимаем не до конца, до уровня. И так каждую клипсу. Защелкнул. Все, крышку мы установили. Теперь меняем салонный фильтр. Так, ну что, мы открываем бардачок.
Снимаем вот эту полочку. Все в бархате. И открываем вот эту заднюю крышечку. Вот крышка фильтра. Нажимаем вот на этот фиксатор и открываем крышку. Фиксатор из двух сторон, и слева, и справа. Нажимаете и снимаете. Все, видно воздушный фильтр. Достаем его. Вот такой вот даже с листвой. Берем новый воздушный фильтр фирмы Портсмал. По Портсмалу он идет PMF-081. Здесь есть стрелка направления, куда она устанавливается. Стрелка ставится вниз. Берем крышечку. На крышке стрелка вверх указывает. И закрываем ее. Также на место устанавливаем теперь вот эту крышку. Ставим на место полочку. Все. Салонный фильтр мы заменили. На этом все. Двигатели, масло мы поменяли. Масляный фильтр мы заменили. Воздушный заменили. И салонный мы тоже заменили. Всего вам доброго.